В селе Жалтыркуль Аршалынского района открылась новая школа на 300 ученических мест. Построена она за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Аким области Марат Ахметжанов посетил учебное заведение и проверил готовность к процессу обучения. Образовательное учреждение построено по современным стандартам. В школе 21 учебный кабинет, из них 7 специальных для отдельных предметов, 2 компьютерных, 4 для начальных классов. Здесь с третьей четверти уже обучаются 250 учащихся. Нужно, чтобы качество образования между селом и городом не разнилось. Сейчас, сами знаете, есть комфортные школы. У нас есть богатство в недрах земли. Но на сегодня наша самая главная ценность – наше богатство в людях. Поэтому, если будет расти образованное, воспитанное поколение, то у Казахстана, несомненно, будет светлое будущее. Кроме того, глава региона напомнил, что в последние годы в области проведена работа по ликвидации трехсменного образования. К слову, вместимость школы позволяет ученикам обучаться лишь в одну смену. Для жителей села открытие нового образовательного учреждения стало знаменательным событием. Мы очень рады, что у нас построили новую отличную школу. Все жители очень рады этому событию. Исполнилась наша общая мечта. Тут будут учиться 6 моих внуков. Спасибо, что поднимаете наши национальные ценности и культуру. Учебное заведение построено на уровне комфортных школ. Стоимость работ составила 1 миллиард 582 миллиона 900 тысяч тенге. Здесь имеются актовый, большой спортивный зал, библиотека, лингофонный кабинет. Здание оснащено самым последним современным оборудованием и качественной мебелью. Кайырбек Тулегенов, Бауыржан Смагулов, Алмас Адвокасов, Кокше Ахпарат.